Re! Viss ēters ir te! Уникальное для Латвии и Балтии производство открылось сегодня в Марупе. Китайская компания BGI Group вложила 15 миллионов евро, чтобы выпускать оборудование для изучения генов. Аппаратура будет экспортироваться в другие страны Европы, Африку и на Ближний Восток. Евгения Копылова расскажет о высокотехнологичных инвестициях из Китая. Когда мы заканчиваем изготовление образцов, они переносятся на чип. Здесь можно видеть 4 полоски. Тогда мы кладем чип внутрь, прикрепляем его. Он тут будет все время секвенирования. После кладем в отделение реагентов картриджи с необходимыми для секвенирования реагентами. Дальше нажимаем кнопку «Секвенировать» и вводим данные о наших образцах. Вот так выглядит и работает аппарат для секвенирования гена. Это процесс определения нуклеотидной последовательности ДНК, что позволяет выявить предрасположенности, риски, особенности и потенциальные болезни человека. Как результат, полная инструкция к человеку. Врачам остается только следить и лечить. Секвенирование генов – это процесс, во время которого из какого-то образца, например, крови или ткани, мы получаем набор ДНК. А дальше мы уже хотим знать, из чего состоит генетическая информация каждого человека. Это нам и позволяет сделать секвенирование, точно узнать код генетической информации каждого человека. В основном такая аппаратура необходима больницам, лабораториям, университетам и исследовательским центрам. В новом центре будет работать около 80 человек. 12 сотрудников уже есть. 15 миллионов евро. Таков размер инвестиций. Мы их разыскали в Китае. Разыскать было нетрудно. Это очень видимый игрок в мире. Но наше представительство в Китае, Каспарс Рожка, он начал эту работу. Потом мы все вместе продолжили, показали лучшее, что Латвия может дать, предложить, и все сошлось. Нам действительно нравится делать что-то в Европе для Европы, и чтобы это производили европейцы. Это сотрудничество европейцев и китайцев для будущего медицины. Конкуренции предприятия не боится. Есть свои преимущества. Эти инструменты, они дорогие, то есть они в порядке сотен тысяч евро. Да, то есть это очень точные аппараты, много электроники, оптики, лазеры. Наша технология позволяет получить очень качественные данные при где-то 30% ниже цены, как чем у конкурентов. Компания MGI, которая открыла производство в Марупе, входит в структуру предприятия BGI Group. В разных ее структурах по всему миру работает примерно 7 тысяч человек. Латвийское производство станет единственным крупным объектом компании в Европейском Союзе. Евгения Копылова, Кристаps Домбровскис, Латвийское телевидение.